Наше предвыборное путешествие по Европе продолжается во Франции. Мы приехали в Метамис, очаровательную деревушку Прованса, чтобы поговорить о том, насколько французам неинтересна политика. В прошлом месяце после отставки 4 депутатов местного совета здесь должны были пройти выборы. Но желающих выставить свою кандидатуру не нашлось. В результате первый тур пришлось отменить. К счастью, между двумя турами появился человек, готовый спасти выборы. Им оказался винодел Оливье Баге, к которому мы и отправились в гости. Добрый день, Оливье, как дела? Объясните, почему вы решили выставить свою кандидатуру? Как ни странно, тогда я был далеко от деревни, разъезжал по винным салонам. В Эпинале, Льеже, был на пути к Кальмару. В соцсетях увидел расшифровку интервью, прозвучавшего на радио «Франс Блё Воклюз». Собеседники говорили о том, что, мол, никто не хочет здесь избираться, что выборы отменены. Я занимаюсь органическим виноделием, и в прошлом году из-за болезни винограда потерял урожай. Так что этой осенью никаких выставок и салонов. Время высвободилось на один год. Я хочу быть полезным. Человек я восприимчивый и чувствительный, когда речь идет об общих интересах и благополучии. И я сказал, окей, вперед. Есть люди, которые могут помочь. Есть то, что надо исправить. Вместо того, чтобы сидеть на террасе в баре и говорить о том, как все плохо, давайте начнем что-то делать. Люди больше не интересуются политикой, и почему? О, это вечный вопрос. Посмотрите, какая низкая явка была на предыдущих выборах, будь то местные, национальные или европейские. А все потому, ну, я так полагаю, что у людей, выставляющих свою кандидатуру, не всегда совпадают интересы с избирателями. Нас кормят обещаниями. Например, последние три президента Франции говорили, что в течение года хотят решить проблему с бездомными, чтобы люди не ночевали на улицах. Но 15 лет прошло, а число бездомных продолжает расти. Что мы можем сделать? То есть, либо ты обещаешь и выполняешь свои обещания, либо не обещай. Приближаются европейские выборы. Какой вы видите Европу? Она должна быть прекрасной и великой, если Европа хочет существовать. Я родился 10 лет спустя после подписания Римского договора. И в младших, и в старших классах нам рассказывали о свободном перемещении людей и товаров. Сегодня я винодел. И когда я пересекаю границу с винными коробками, мне нужно заполнить таможенные документы, оплатить пошлину. Что это значит? И это я говорю только о своем малом бизнесе. Многое можно обсудить. Для многих Европа ассоциируется с ограничениями. Но и мы все проблемы скидываем на Европу. Даже наши французские лидеры снимают с себя всякую ответственность. Говорят, мол, это вина Европы. Responsabilité en disant c'est la faute de l'Europe. Et pourtant.